Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Життя яскраве, цікаве та наповнене гарними фарбами, але уявіть собі, якщо у вас немає можливості робити звичайні справи. Тож, як живуть люди з інвалідністю, про це будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Наталія Крутікова. Медична директорка КАЗЕО, КЦ медико-соціальні експертизи Дніпропетровської обласної ради. Я дуже рада бачити вас, пані Наталія, у нашій студії. Тож, на сьогодні скільки людей з обмеженими можливостями є у нашій області? Хотілося б сказати, що в Україні на сьогоднішній день, по даним пенсійного фонду, около 140 тисяч інвалідів. А в тому числі 77 тисяч – це ліця, які отримують пенсію по інвалідності. В цілому по Україні – це 2,7 мільйона осіб з інвалідністю, а діти складають 160 тисяч інвалідів, дітей-інвалідів. От така от ситуація у нас в області і в Україні в цілому. А це багато от взагалі, якщо порівнювати з іншими країнами, наприклад? Якщо з іншими країнами, то во всьому світі це 10% від жителів планети. А у нас в Україні це десь складає 5-6% від жителів України. Угу. Тому мало це чи багато, все залежить від... Чи пов'язано це було з подіями з війною, наприклад, так? Ну, у нас більше з'явилося вже людей з обмеженими можливостями. Це ж зараз статистика могла збільшуватися. Чи проводили ви дослідження, як змінювалася вона з роками? Ну, там, 5 років тому, наприклад, і зараз. Так, звісно ж. В порівнянні з тем, что было в 2014 году и на сегодняшний день, мы посмотрели участников АТО ОС где-то 4000 человек. Из них признали инвалидами 2,8 тысяч человек. Основная масса – это инвалиды третьей группы. Первая группа составляет меньше 1%, второй группы – меньше 10%, 90% – это инвалиды третьей группы. 90%, ну так багато досить таки. Тобто, третя така... група, це в порівнянні з першою групою, найбільш легка група інвалідності. Навпаки, да, так, то зрозуміло. Ага, тобто не з того боку. Ясно. А скажіть, будь ласка, пані Наталія, чи всі ці люди потребують негайної медичної допомоги? Чи вже вони на сьогоднішній день забезпечені усім необхідним, так, і живуть вже на соціальну допомогу? При свидетельствовании такой категории больных медико-социальная экспертиза обязательно устанавливает степень ограничения жизнедеятельности данных больных, дальше устанавливает группу инвалидности, причину инвалидности и срок. И с учетом оценки жизнедеятельности данного больного мы составляем индивидуальную программу реабилитации, которая обязательна для выполнения всех учреждений, кому эти реабилитационные мероприятия прописываются. В индивидуальной программе реабилитации есть такой раздел, так называемая медицинская реабилитация. При контроле индивидуальной программы реабилитации мы видим, что основная масса реабилитационных мероприятий, касаемых технических средств, медицинской реабилитации, это выполнимо. То есть абсолютно все наши инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации. Ну, тобто є і візки, наприклад, так, якщо потреба, да, є обязательно в цьому, есть. Этот вопрос контролирует управление труда социальной защиты, где наши больные получают все технические средства, и когда мы смотрим, насколько индивидуальная программа реабилитации выполнена, мы видим, что техническими средствами реабилитации эта категория больных абсолютно в 100% обеспечивается. Но есть и трудности в реабилитационных мероприятиях. Это касается трудовой реабилитации. То есть вот та категория, о которой вы сейчас сказали, участники АТО, это в основном инвалиды третьей группы, 90%. Они все требуют трудовой реабилитации. То есть уже на войне, скажем так, в сбройных силах Украины он не может работать, выполнять свои обязанности, а непосредственно уже среди гражданских он должен каким-то образом рационально трудоустроиться. И здесь, конечно, мы встречаем большие трудности
поскольку не всегда его возможности, профессиональные навыки совпадают с нашими возможностями в области. То есть, ну, і з вимогами, мабуть, да, які є на сьогоднішній день від не лише від виконавця, так, а ще і від керівників, наприклад, організацій, так, які хотіли би мати, не мати інвалідів третьої групи, так, в так, штаті, а хотіли би більше давати можливостей людям. Ситуація така, що, як правило, ці люди, коли приходять, и там они не могут выполнять свои обязанности как военнослужащие, а должны адаптироваться у нас здесь среди гражданских, мы определяем так называемую третью группу инвалидности на момент рационального трудоустройства. То есть это тоже реабилитация. Угу. То есть человек должен адаптироваться, определенные навыки получить и при возможности рационально трудоустроиться. А здесь подключаем мы центры занятости. Ну, центры занятости, вы сами понимаете, они нам дают возможность трудоустроить наших инвалидов на низкооплачиваемые профессии. То есть это начиная от вахтера, заканчивая сторожем, что не всегда и морально, и материально устраивает инвалидов третьей группы. Поэтому вот эта проблема, когда мы сталкиваемся, и вот есть такое разноречивое, скажем так, отношение к этой категории. То есть по медицинским показаниям не всегда можно определить эту группу инвалидности. Мы решаем этот вопрос с учетом социальных вопросов. Поэтому мы называемся медико-социальная экспертиза, поскольку социально адаптироваться этот человек в условиях нашего такой огромной безработицы и невозможности рационального трудоустройства не может. Поэтому вот есть такая у нас проблема. Ну и скільки, це ж ви вже сказали так, що серед всієї кількості їх 90%, їх же треба десь все одно влаштувати. Да, это среди участников АТО. Да, но что касается среди общей структуры, то у нас это 50% от общего количества инвалидов. А именно участники АТО ОС это 90% третьей группы, где вот самая основная реабілітація, це должна бути трудова. А взагалі зараз інакше вже почали ставитись українці і взагалі наше суспільство до людей з обмеженими можливостями. Ми бачимо, що з'являються вже і пандуси, ми бачимо, що є заїзд зручний, ну, тобто є вимоги, які відповідають європейським стандартам. Але ж не скрізь. І транспорт ще поки що залишається великою проблемою, великим питанням. Люди не можуть пересуватися. Чи вам доводиться з такими питаннями працювати? І як можна тут розраховувати, можливо, і на вас, і на ваш центр? Можливо, ви якось зможете подіяти у цій ситуації? Так, звісно ж. Данная категория больных, особенно, как мы их называем, колясочники, которые действительно передвигаются только с помощью коляски, они жалуются на то, что не могут с помощью нашего транспорта добраться до определенных мест, до наших учреждений, до медицинских учреждений. Но большой шаг, я считаю, в нашем городе, в нашей области сделано за последнее время, в том числе и транспорт. Если вы видите, что за последний год поменялось, вот я даже вижу, что сейчас появились большие автобусы, более просторные. Единственное, пути подъезда этих инвалидов, конечно же, желают быть лучшими, потому что все эти бордюры, все эти камни преткновения, перепоны, да, поэтому много сделано. Если оглянуться 30 лет назад, как мы относились к нашим особам с инвалидностью на сегодняшний день, то, конечно, страна шагнула вперед, и мы видим и пандусы, и инвалиды могут добираться к любым развлекательным центрам, кинотеатрам и так далее. То есть находить возможность быть такими же, как и все остальные. То есть это так называемая социальная форма развития, ну, отношение к инвалиду. Это социальная форма такая же, как и в европейских государствах. То есть изменение не самого больного, поскольку он не может с учетом, да, своих возможностей выполнять ту или иную функцию, а именно окружающей среды. То есть вот то, что сейчас активно это все делается у нас в стране, ну, может быть, недостаточно, но, по крайней мере, есть уже
вопросы, которые решают проблемы этих людей с ограниченными возможностями в отношении передвижения. Ну, конечно же, есть такие категории больных, которые жалуются в отношении, что они даже не могут с какого-то этажа спуститься, лифты не всегда работают. А потом, я же говорю, что автобусные остановки не могут... До них ще якось треба дібратися. Дібратися, бо добре, якщо є такий тролейбус, де є зручний під'їзд, а ще ж до нього якось дістатись треба. Якщо людина виїхала вниз, так, то їй треба перейти ще декілька бордюрів, які взагалі для того візка ну просто страшною перепоною стають. І треба когось просити, винаймати, чи як взагалі. От просто собі уявити, навіть якщо кожен з наших глядачів зараз подумає, як жити такій людині. Є справді такі одиниці, які роками не виходять із своєї квартири. Вони живуть в чотирьох стінах і вони не можуть навіть подихати свіжим повітрям. Совершенно верно. Особенно вот эта категория больных, которые требуют постоянного постороннего ухода. Там, где семья сталкивается с этой проблемой внезапно, скажем так, травму человек получил или острую патологию. Где, авария может да, быть. Да, авария. И вдруг он случается с этой проблемой. И это не только его проблема, но проблема прежде всего семьи получается. Нисколько нашего общества. Ну, надо, наверное, задумываться, что не дай бог, но в этой ситуации может каждый из нас оказаться, начиная от чиновника и заканчивая уборщиком территории. Поэтому эта категория больных, она, конечно, требует особого внимания, особого подхода, потому что постоянный посторонний уход предусматривает собой постоянное сопровождение. Не всегда может молодая семья позволить себе содержать этого инвалида. Они идут на работу, они заняты своими семейными делами, а у них вот такая трагедия, там, или родители, или кто-то из своих родственников оказывается в такой ситуации. Поэтому этот вопрос тоже нерешенный. Нельзя решить их на сегодняшний день только за счет домов инвалидов, где наше общество не привыкло к тому, чтобы нашего дорогого, любимого родственника отправлять в эти не совсем, скажем так, приспособленные чужие дома инвалидов. Да, там все чужое. То есть это нужно еще учитывать и с нашего менталитета. На мой взгляд, было бы более разумно, если бы, вот, по моим подсчетам, это около 10-14 тысяч инвалидов в области, которые требуют постоянного постороннего ухода, это должна быть категория людей, социальных работников, которые бы могли оказывать какую-то самую минимальную медицинскую помощь, там, обработка пролежней, перевязки, там, какие-то уколы и так Может, далее. Может, вывести на прогулянку, да, допомогти пересунутись. То есть, как бы, створити рабочие комфортне места. Для, именно мы можем в нашей даже области, как может быть, как пилот, плотный проект, да, створить рабочие места для этих больных, я имею в виду для этой категории рабочих, чтобы они могли и получать достойную зарплату, и иметь трудовую книжку с трудовым стажем. То есть это тяжелый, титанический за дня в день труд, который требует супровода лиц с постоянным посторонним уходом. Пані Наталія, а є такі приклади, щоб можна було, ну, вже, наприклад, втілити в життя хоча б декілька пілотних таких проєктів, де можна було б це вже зробити в нашій області, наприклад? Это на розум нашей уже влади. Да? Мы видим это все в европейских странах. Слушаем истории, когда уезжают наши родные, близкие за рубеж жить, работать, насколько относятся к ним государства, что есть такие, есть в одних странах, где вот те самые дома инвалиды с хорошими условиями, где
сам человек уже готовит себя к тому, что если он, скажем так, будет немощным, старым, требовать постоянного постороннего ухода, что вот в этих домах инвалидов он сможет себя чувствовать комфортно, наравне со всеми своими такими же людьми, как и он. А есть и другие приклады, это когда действительно есть работники социальной службы, которые 8 часов работают с этим больным, постоянно супровод оказывают, это и подать таблетку, и принести, и обработать, и вывести погулять и так далее. Потому что молодые, скажем так, родственники побежали на работу, а этот бедный несчастный, который требует постоянного постороннего ухода, он остается сам на сам. То есть... Ну, це поки що, звичайно, велике питання, і хочеться, щоб воно хоча б зрушилося вже з місця. В каком-то направлении. Или же дома инвалиды, чтобы они более были достойны, чтобы хотелось туда старость свою там посвятить в этой... Я не думаю, что у кого-то сейчас из чиновников возникает желание свою старость в одном из наших домов инвалидов провести. Пані Наталія, ну і наостанок хочеться ще трошечки хоча б приділити увагу реабілітації. Якщо можна, то розкажіть, куди звертатися тим людям, які опинилися у скрутних таких дуже недобрих умовах, які на сьогоднішній день є людьми з інвалідністю. Можливо, їхні родичі почують, дізнаються і зможуть провести усі процедури необхідні. Так? Можливо, вони вже і знають, що є таке, але з ваших вуст прозвучить інформація додаткова, і люди зможуть звертатися. Будь ласка. Что касается наших больных, во-первых, это стойкие нарушения функциональные, и есть несколько этапов реабилитации. То есть, если нужно обратиться за техническим средством, то это управление труда соцзащиты. Если за трудоустройство, то мы тесно работаем с центром занятости. Если это инвалид от трудового увечья или профессионального заболевания, он активно работает с медицинским составом фондов социального страхования. Вот эта категория больных, она наиболее обеспечена, она получает от государства все в полной мере касаемо реабилитационных мероприятий за счет фонда социального страхования. Что касается медицинской помощи, то это, как правило, это семейные врачи, они контролируют медикаментозное лечение. Сейчас у нас это все таблетированное в основном, да, то есть вплоть до антибиотика он может получать только под присмотром и коррекцией непосредственно своего семейного врача. Поэтому за медицинской реабилитацией наши инвалиды должны обращаться, ну, на сегодняшний день пока так вот существует, к семейным врачам. Семейные врачи тогда уже в поддержке с узким специалистом, если это необходимо, коррегируют лечение этого больного. Если надо, назначают промежуточные обследования этого больного с целью коррекции данного лечения. Поэтому вот таким вот пока образом. Если касается медико-социальной экспертизы, то, пожалуйста, вы можете обращаться к нам. Областной центр медико-социальной экспертизы находится Соборная площадь 14, телефон 370-29-42 или 370-29-43. В условиях пандемии мы стараемся и по телефону давать консультации, и очные, заочные консультации в письменном виде. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь по возможности. Мы будем... Пані Наталія, дуже дякуємо вам за відкритість, відвертість, і що прийшли сьогодні до нашої студії, і за вашу позицію, бо вона дуже прогресивна на сьогоднішній день. Хочеться, щоб люди з обмеженими можливостями не почувалися такими, щоб їхні можливості були такі звичайні, і щоб вони могли робити усе, що може зробити кожна людина, так? Щоб так. Не було у них недоліку ні з увагою, ні з суспільством, щоб вони мали контакти і вміли, і знали, що турбуються про них, що їх люблять, що оберігають. І взагалі витримки хочеться всім нам побажати, всім разом, так? Тому що справді живемо в такі складні часи, але ж все залежить від нас. Як ми будемо ставитись один до одного, то так ми будемо жити у нашому житті. Тому дуже дякуємо вам і хочемо висловити вдячність обласному центру здоров'я за співпрацю. І справді хочеться нам усім побажати лише здоров'я. Зустрінемося з вами за декілька хвилин.